Хотите узнать, как приготовить идеальный кускус? Рецепт очень простой. Смотрите, какой рассыпчатый он получается. Для приготовления нам понадобится 200 грамм кускуса. Кроме кускуса, также необходим тимьян, 300 миллилитров воды, шампиньоны, соль по вкусу, перец и растительное масло. Поскольку приготовление кускуса занимает очень мало времени, сразу же займемся приготовлением грибов. Режем шампиньоны тонкими пластинами. На сковороду вливаем 3 столовые ложки растительного масла. Прогреваем его несколько секунд и выкладываем грибы. Пока грибы обжариваются, приготовим кускус. На небольшую сковороду вливаем воду, добавляем 3 столовые ложки растительного масла, соль, перемешиваем. И накрываем крышкой, чтобы вода быстрее закипела. Вода закипела, высыпаем кускус. Перемешиваем его. Выключаем огонь. Накрываем сковороду крышкой и оставляем кускус на 5 минут. За это время доготовим грибы. Высыпаю чеснок сухой, тимьян, соль, перец по вкусу и перемешиваю грибы. Все, грибы готовы. За это время кускус полностью впитал жидкость. Вспушиваю его вилкой, чтобы не было комочков. Кускус получается очень нежный и воздушный. Пересыпаю кускус к шампиньонам. Шампиньоны еще готовятся. Конфорка включена. Перемешиваю кашу с грибами. И выключаю конфорку. Все, гарнир готов. Вот такой красивый и рассыпчатый кускус получается. Приятного аппетита! Ставьте лайк видео!